Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про вплив мультиплікаційних фільмів на гармонійний розвиток дитини та важливість читання. У нас в студії практичний психолог загальноосвітньої школи номер 49, керівник гуртка загальноосвітньої школи номер 48 Маріна Дробишева. Марина, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию для того, чтобы мы сегодня с вами вместе и с телезрителями поволновались о том, какие мультфильмы нашим детям смотреть, какие книги нашим детям читать, и нужно ли вообще смотреть им фильмы и читать книги. Итак, вот будьте добры, если начать нашу беседу с того, что, например, как мультфильмы влияют вообще на развитие ребенка? Ведь влияют же мультфильмы? Ну, безусловно, мультфильмы влияют на развитие ребенка, как и любая визуальная информация, которую наш ребенок получает из окружающего мира. Если мы говорим о маленьком ребенке, да, только о растущей личности, то на психику ребенка, вот маленького ребенка, влияет очень сильно, потому что через мультфильмы, через визуальные образы ребенок начинает формировать картину мира. Он получает какие-то модели поведения, какие-то положительные качества, да, он начинает разбираться, что такое добро, что такое зло, а что такое хорошо, что такое плохо. И для маленького ребенка это очень важно, эти понимания. И необходимо, чтобы родители понимали и волновались, да, так как у нас передача формата о том, что нас волнует. Это действительно волнует многих родителей. Что смотрят сейчас наши дети? Как много они смотрят, потому что вопрос времени – это тоже очень важно. Сколько ребенок должен проводить возле телевидения, возле телевизора, возле компьютера, возле планшета, без разницы, откуда ребенок получает визуальную информацию. Дело в том, что мы в силу своей занятости очень часто, ну, как нам кажется, воспитываем ребенка тем, что включили ему телевизор, да, ты там посмотри мультики, а я сейчас быстро сделаю какие-то там домашние дела. Так вот, родители, очень важно, чтобы вы сами понимали и контролировали то, что смотрят ваши дети. К сожалению, сейчас телевидение, да, если мы говорим о формате телевидения, идет очень много мультфильмов, которые детям смотреть не рекомендуется. Именно мультфильмов, которые... О фильмах я просто... Нет, мы сейчас не о фильмах, мы не будем говорить. Именно мультфильмы, которые не рекомендуется смотреть детям вообще. Конечно, потому что они несут в себе очень много агрессивных образов, они несут в себе очень много негативных моделей поведения, которые ребенок воспринимает за чистую монету. Маленький ребенок, его психика очень пластична. И то, что он увидит, он еще не совсем, да, если мы говорим, опять же, мы пока давайте поговорим немножечко раз делим возраст ребенка, потому что пока мы говорим о маленьких детях, а потом перейдем уже немножечко к более старшим деткам. Когда ребенок маленький, он еще не умеет отличать добро от зла. Он образно видит мир. И то, что он получает, как бы, да, с телевидения или с нашей, как бы, да, в том, как мы в семье себя ведем, или то, как мы ведем себя с другими людьми. Вот так наш ребенок, для него это является авторитетным, так он и будет в дальнейшем выстраивать свою жизнь. Чем еще, как бы, на что еще необходимо родителям обращать внимание, когда они показывают детям мультики, да, во-первых, что несет этот мультик, да, на что он направлен. Есть большая категория мультфильмов, которые смотреть нужно, полезно и необходимо, потому что они несут в себе добро, они несут в себе гармоничную картину мира, они несут в себе какие-то философские размышления о том, что такое добро, да, как себя как строить отношения с другими людьми, как строить отношения с взрослыми, как находить друзей. Ведь очень много мультиков, которые показывают, как именно дружить. Для наших детей это очень актуально, потому что дети сейчас... Есть большая категория детей, которые не умеют выстраивать отношения с другими детьми. Для них это сложно. Мультики несут такие, ну, я не очень люблю слово «правильные поведенческие», там, да, реакции. Но вот здесь оно будет уместно, потому что общение очень важно для человека, будь это маленький человечек, будь это там постарше ребенок или будь это взрослый человек. Но учимся мы общаться именно с маленького возраста, да, и один из моментов, как научить ребенка общаться, это, безусловно, показывать ему мультфильмы. Но, родители, не забывайте одну простую истину: не мультфильмы воспитывают ваших детей, не мультфильмы
учат их видеть картину мира. Не мультфильмы обучают добру и злу, не мультфильмы рассказывают, да, как себя вести, а именно мы, родители, научаем своим поведением, своими какими-то поступками, своими разговорами своих детей. Поэтому, если вернуться к теме, влияют ли мультфильмы на развитие ребенка, безусловно, влияют. Нужно ли смотреть мультфильмы? Безусловно, нужно. Нельзя закрывать ребенка от мультфильма вообще, потому что некоторые родители напуганы тем, что дети получают очень много информации. Да? У нас сейчас мир, у нас сейчас мир информации. Мы не можем сказать «нет» и закрыться полностью. Да? У нас мир электронных каких-то гаджетов. Тем более с каждым годом это все больше и больше входит в нашу жизнь. Мы не можем закрыть нашего ребенка навсегда за железной стеной. Мы можем на какое-то время ограничить. Но вопрос, принесет ли это ему благо, я не уверена, потому что вы можете ограничивать год, два, три, пять, семь. Потом ребенок в любом случае идет в школу, он сталкивается с социумом. Потом он все равно оторвется. Да, и вот насколько жесткое было наше ограничение, настолько может больше быть больше откат и отрыв. Mm-hmm. Да. И ребенок, во-первых, это сложности выстраивания отношений с другими детьми. Когда они о чем-то разговаривают, они очень часто обсуждают героев, да, хороших, позитивных, там, непозитивных. Причем дети очень часто больше любят негативных героев. Ну, как... Да, да. Почему-то они... зло больше привлекает, чем добро. Знаете, почему? Потому что зло более ярко прописано всегда, более ярко прорисовано. Вот посмотрите на мультфильмы, да? Больше всего привлекает тот мультик, который яркими образами прорисован. Мультипликация ведь тоже не стоит на месте. Если мы вспомним мультфильмы, которые создавались там 5, 10, 15 лет назад, и посмотрим современные мультфильмы, они же очень отличаются. Ну, во-первых, да, вопрос визуального ряда, вопрос того, что хотят донести создатели мультфильма. Ведь это тоже очень важно. Поэтому родители, прежде чем показывать что-либо своему ребенку, посмотрите сами. Попытайтесь увидеть, что хотят донести авторы этого мультфильма до вашего ребенка, что хотят воспитывать. Потому что очень много мультфильмов создаются совершенно четкими рекламными целями, проинформировать тот или иной продукт. Если говорить в целом о мультфильмах, есть очень большая категория, да, вот советских мультфильмов, которые тоже стоит показывать нашим детям. Несмотря на какую-то такую... Наивность. Наивность, да, подбирала слово, спасибо. Несмотря на вот некую наивность, советские мультфильмы недаром занесены в Фонд мировой культуры. Они были штучным продуктом, такое очень тоже очень модное, интересное слово, штучный продукт. Там не гнались за некий такой, да, вот по точностью. Там делался мультфильм очень качественно подходилось к музыкальному сопровождению. Мы совершенно, да, можем четко посмотреть, что некоторые песни, которые звучали в мультфильмах, некоторые музыкальные темы становились отдельными произведениями, и дети до сих пор их слушают, они до сих пор находят отклик в нашей душе. Эти мультфильмы как бы воспитывают, очень хорошо показывают разные такие положительные, позитивные модели поведения. Вот как раз «Как находить друзей» очень много показано в мультфильмах советских, да, каких-то старых. Есть очень большая категория мультфильмов диснеевских, да, которые очень тоже красивые, очень доброжелательные, очень позитивно настроены. И даже если там есть злые персонажи, а без этого никуда не денемся. У нас есть добро и зло. Ребенок в любом случае должен научиться взаимодействовать с этими категориями. Он должен научиться принимать эти категории, да, потому что он будет сталкиваться не только же с позитивными какими-то моментами в своей жизни. А для того, чтобы научиться, нужен пример. Это желательно, чтобы это был пример родителей, близких людей. Если у родителей не получается уделять столько времени, сколько они бы хотели, да, уделять своему ребенку, ну хотя бы найдите время для того, чтобы контролировать, что смотрят ваши дети. Очень плохая практика, когда мама в силу того, что она не успевает какие-то домашние дела, садит своего ребенка перед телевизором, включает телевизор и совершенно не смотрит, что там идет. Главное, чтобы это были мультики. Ну, мультики, они же не могут быть злыми, да, как вот мы раньше считали. Ну, воспитанные на хорошем, то и люди и думают, что если мультфильм, то он обязательно должен быть хорошим. А на самом деле сегодняшний день говорит об обратном, что очень часто в мультфильмах для детей такое показывают и такое говорят. Да, очень часто в мультфильмах для детей показывают совершенно не детские ситуации, произносятся совершенно не детские слова, да, разыгрываются совершенно не детские сцены.
То есть как бы этот вопрос, он тоже присутствует. Помимо всего этого, есть очень такой показательный момент, когда через мультфильмы, да, формируется, в принципе, мировоззрение ребенка. Ну, ребенок – это будущий взрослый. И очень правильно поступают как бы те люди, которые понимают, да, чтобы сформировать мировоззрение взрослого, нужно формировать мировоззрение ребенка. И поэтому через мультфильмы, к сожалению, да, есть у нас очень неэтичные производители, которые через мультфильмы пытаются создавать такой вот очень управляемый элементы, да, очень управляемые элементы, очень такие недумающие, скажем так, недумающих личностей, которые будут в дальнейшем махровыми потребителями. Это называется синдром планктона. Да, да. Зачем нам размышляющие личности? Зачем нам личности, которые задают неудобные вопросы? Да, дураками легче управлять. Да, да. Поэтому как бы... А через что можно начать формировать это все? Через телевизионные образы, потому что чаще всего мы смотрим телевизор. Книги мы, к сожалению, читаем мало. К этому вопросу мы вернемся, потому что, ну, книги все меньше и меньше занимают в нашей жизни. Очень жаль, конечно, но это так. Поколение детей, писатели при этом меньше не становятся. Писатели меньше не становятся, но качество продукции, к сожалению, тоже бывает разным. Оставляет желать лучшего, да? Оно бывает разным. Можно выбрать качественное, можно выбрать некачественное. Пока мы еще можем выбирать. Поэтому, если мы можем выбирать, давайте выбирать то, что качественное, то, что нашим детям принесет пользу. Мариночка, прежде чем мы коснемся вопроса о книгах, будьте добры, возвращаясь к мультфильмам, какие мультфильмы вы не рекомендуете родителям, чтобы их дети смотрели? Вы знаете, я вот хотела бы как осветить этот вопрос. Я не буду давать никаких готовых рецептов, да, потому что их просто нет. Вы сами знаете, каждый родитель лучше всего знает своего ребенка. Дети разные, мы все индивидуальные. Мы сейчас вот просто как бы ограничим направление в мультипликации, которое действительно не стоит смотреть. Название мультфильмов я считаю некорректным это называть. Мы сами прекрасно знаем, да? Мы как взрослые можем посмотреть и понять, что несет этот мультик и нужен ли он моему ребенку. Однозначно не стоит показывать детям те мультфильмы, которые имеют возрастное ограничение. Вот даже как бы идя в кинотеатр, да, вот у нас сейчас очень много кинопродукции, и есть возможность ходить с детьми, не только смотреть их по телевидению, а ходить с детьми в кинотеатры. Ну, не зря пишется ограничение по возрасту на некоторые продукции. Но почему-то родители не обращают на это внимания, не все родители. Есть такой очень интересный момент, да, вот, допустим, ограничение по возрасту 12+. Я сама несколько раз, да, слышала вот у кассы билета. Ну, если я иду со своим ребенком, да, можно там я проведу ребенка 5 лет на мультик, допустим, да, 12+. Ну, кассиру нужно продать билеты. Она, вы родители. Очень грамотная фраза. Вы родители, вы несете полную ответственность за воспитание своего ребенка. И если вы как родители решили, что ему можно это показать, ну, значит, вы с полным правом будете отвечать и за последствия того, что ребенок увидит на экране. Если вы уже решаете для себя водить ребенка на какие-то такие мероприятия, которые все-таки, ну, не стоило бы по возрасту ему, да, посещать, то хотя бы потом обсудите с ребенком то, что он увидел. Обсудите какие-то ключевые моменты, возможно, какие-то агрессивные были там ситуации. Услышьте своего ребенка, послушайте, что он вам скажет, как он это понял, что он из этого вынес. И если вы это обсудите, по крайней мере, у вас есть возможность, да, вложить своему ребенку ваше понимание этой ситуации. Оно не всегда может быть правильным, но, по крайней мере, вы искренне любящие своего ребенка, я не думаю, что вы будете влаживать в него что-то такое, что принесет ему во вред. Да, хотя бы чуть-чуть. Но объяснять необходимо. Очень хорошая практика вообще смотреть с детьми мультфильмы, смотреть с детьми фильмы, да, и после этого их обсуждать. Вы таким образом ребенка воспитываете не через нотации, как у нас многие родители, да, предпочитают. Я посадил тебя и рассказал тебе, как там тебе нужно вести. Ребенок лучше всего воспринимает какие-то позитивные моменты, вообще воспитательные моменты, либо через игру, если это маленький ребенок, либо через разговор и диалог, но никак не через монолог, когда вы рассказываете, что хорошо и что плохо. Поэтому однозначно не стоит смотреть и разрешать детям смотреть те мультфильмы, которые несут четкую агрессивную направленность, которые на вот сюжет мы только деремся, и все.
А есть таких мультиков очень много. Очень дозированно стоит показывать детям те мультфильмы, где, ну, как бы непонятно прорисованные существа. Да? Есть очень большое тоже направление мультфильмов, которые, ну, вообще непонятно, что за существа, как они взаимодействуют и вообще о чем сюжет мультика. Ну вот лучше не нужно. Есть большое количество мультфильмов, которые несут большой развивающий характер, да, и наша отечественная продукция, и там продукция соседних государств, которые действительно направлены на позитивное развитие ребенка. Они учат его каким-то воспитательным моментам, они ему показывают, что зло хоть и присутствует в нашей жизни, да, но оно перевоспитуемо, им можно управлять, с ним можно что-то сделать. Если, допустим, я не знаю, как справиться с какой-то ситуацией, то я могу через мультфильм понять для себя. Почему я как бы об этом говорю? У меня ребенку вот 7 лет, 8 год. Он очень многие фразы говорит из мультфильма, и многие там явления природы он понимает через мультфильм, потому что там настолько доступно для возраста ребенка рассказываются и показываются вот эти работы там, механизмов каких-то, да, работы каких-то технических машин, либо вообще какие-то ситуативные поведенческие ситуации, которые вот они случаются и на экране же они как бы разрешаются. То ребенок для себя берет опыт разрешения этих ситуаций. Если я поссорился с другом, как я могу с ним помириться, да? Если я совершил какую-то ошибку, как я могу ее исправить? Если я хотел там приготовить маме пирог, но не вник в рецепт и накидал всего остального, в итоге пирог получился невкусным, то как я могу в следующий раз сделать его вкусным? Поэтому, родители, прежде чем, вот, перед тем, как показывать детям мультфильмы, посмотрите сами. Однозначно не стоит смотреть мультики, которые имеют возрастное ограничение. Однозначно не стоит показывать детям мультики, которые имеют большую агрессивную такую, да, направленность. Желательно дозированно показывать мультики, где одинаковые героини. Да? Вот очень интересная такая тенденция в мультипликации. На протяжении долгого времени есть мультфильмы, которые, ну, такое вот ощущение, мультики имеют разные названия, но образ женский имеет одно и то же лицо. Да, тем самым как бы воспитывается не очень такой вот позитивный момент в этом всем, потому что когда девочка смотрит этот, да, вот эти мультики, она для себя берет образ женщины, какой должна быть женщина. И очень часто этот образ не соответствует реальности, потому что те телевизионные образы, которые нам показывают с телевидения, если рассматривать вот в физиологическом и природном состоянии, такого просто не может быть. Ну, вот те пропорции, которые несут там героини, да, те там черты лица, фигуры и так далее. Ну, в природе такого не может быть. А девочки это воспринимают за чистую монету, потому что детская психика, она очень пластична в каком плане? Вот что в нее заложишь, они еще не имеют плюса и минуса. Вот ту информацию, которая пошла, все принимается, она все принимается за чистую монету. Нет критичности. Критическое мышление, оно начинает чуть позже формироваться, и на это тоже нужно родителям обращать внимание. Вообще формирование критического мышления, на мой взгляд, это одна из самых важных задач нас как родителей. Марина, у нас остается немного времени, но я бы хотела, чтобы мы все-таки с вами еще коснулись темы читание, да, чтение, потому что дети сейчас, не секрет, мало читают, очень мало читают или не читают вообще. Итак, Марина, будьте добры, как привлечь детей к книгам? Как их посадить, вернуть их в книги? Давайте перед тем, как мы поговорим о том, как вернуть детей к книгам, ну, начнем опять же, да, с самых маленьких, как вообще вот лежат привить. У вас, да, вот, я, да, бы хотела вот такие яркие разные книги, варианты показать, угу, как вообще привить ребенку вообще желание читать, да, ну, желательно это начинать с, ну, практически не то что с самого рождения, а, ну, очень-очень-очень рано. И чем раньше вы начнете показывать ребенку книгу, тем, ну, больше вероятность того, что эта книга будет его сопровождать всю свою жизнь. Но здесь родителям тоже очень важно подходить правильно к этому вопросу, да. Во-первых, книги должны соответствовать возрасту. Начинать, ну, лучше всего с тех книг, которые ребенок может сам трогать, не боясь порвать страницы, которые он может как угодно листать, раскладывать, которые являются такими объемными и образными. Вот если как бы говорить, да, о самых маленьких, то очень замечательные есть сейчас у нас книги, те, которые вот, они как пазлы.
То есть ребенок может не только читать, и сами странички здесь плотные и картонные. То есть ребенок может как угодно взаимодействовать с книгой, не боясь ее повредить. Чем еще хорошо, что здесь есть пазлы, когда ребенок может разбирать и собирать картинки, тем самым он выступает даже творцом. Можно сказать о том, что он творит, он разобрал, и он создает заново. Пазлы же он может как бы как угодно попробовать. Для ребенка маленького очень важно тактильное ощущение, потому что для них важно все трогать и важно все изучать именно руками. Поэтому вот очень хороший вариант, опять же, для маленьких детей, да, это такие замечательные книги, которые являются как 3D-картинки. Они, да, здорово. Они вот такие вот объемные. То есть ребенок может увидеть даже такой мини-мультфильм. Так, красиво. Действительно, это и мини-мультфильм такой. Подходите с ребенком, обязательно нужно читать с ребенком. Но не просто прочитать и отложить книгу. Желательно обсуждать. Какие-то вопросы ребенку задавать, спрашивать, а о чем книга, да, только не требовать дословного пересказа, что ты понял, а просто проговаривать. Вообще, как можно больше с детьми проговаривайте. Это очень важно. Вы тем самым формируете такую вот модель поведения, модель общения с мамой и папой. И потом во взрослой жизни, когда вы захотите, уже вы будете хотеть разговаривать с ребенком, и если вот не сформировано умение, да, не сформирована привычка общаться с родителями, она не появляется ниоткуда, ее нужно формировать. Если говорить о подростках, сейчас повальное увлечение у нас подростковой такой фантастикой, да, причем фантастикой не всегда вот как качественная. Тоже родители, и многие родители как бы задают вопросы, а можно ли разрешать ребенку читать фантастические книги. Ну, и можно, и нужно. Единственное, что опять же тот же момент, да, смотрите на качество продукции, которую читает ребенок, потому что качественная фантастика позволяет ребенку развивать фантазию, позволяет ребенку выходить за рамки обычной жизни, она как бы раздвигает границы сознания и понимание того, что чудеса, другие миры, нестандартные какие-то поведенческие, да, ситуации, это все присутствует в книге. Очень важный момент, на который родителям советую обратить внимание, если ребенок читающий и читает запоями много и не оторвешь. Смотрите тоже, потому что очень часто дети, которые не умеют выстраивать отношения в реальности, уходят в книги. Если такая ситуация присутствует, нужно обращать на это внимание, нужно обращаться к специалистам, потому что очень часто дети, которые не умеют выстраивать коммуникацию в реальной жизни, они могут уходить в книги как замену реальной жизни, потому что в книге все хорошо, в книге я где-то там, да, могу представлять себя на фоне каких-то героев, либо самим стать этим героем, но это отрыв от реальности, это не есть позитивный момент чтения книг. Ну, то есть все должно быть в меру, должна соблюдаться золотая середина, да, во всем, как в мультфильмах, как в книгах, и как даже, наверное, в жизнь. Компьютерных играх, которыми да. сегодня увлечены большая часть детей, как подростков, так и маленьких детей. Да, Марина? Да, с компьютерными играми та же история, как с фильмами и с книгами. Все должно быть в меру, и все должно быть очень-очень дозировано, потому что компьютерная зависимость ее никто не отменял. Ну, это тема большого разговора. Да, и, Марина, будьте добры, ваши рекомендации относительно выбора книг. Вот вы говорили, что фантастика тоже разная бывает, но фантастика, которая, в принципе, фантастика, что такое фантастика? Это то, чего сегодня нет, но то, что может быть даже быть завтра, да? Конечно. Или есть еще, как вы говорите, плохая фантастика? Что значит плохая фантастика? Я не говорила Ну, это я вас так немножечко передернула. Нет, нет плохой фантастики, есть некачественная фантастика. Есть некачественная фантастика. Что подразумевается под некачественной фантастикой? Так же, как и в мультфильмах, когда много есть, да, агрессии, очень часто наши авторы грешат для того, чтобы книги были продаваемые, да, они насыщают их так называемым жанром экшен. То есть, как бы, да, очень такие события насыщенные, вернее, книга насыщенная события, насыщенная агрессивными какими-то состояниями, битвы, бои. Причем все это очень реалистично прописано, да, со всякими ненужными иногда подробностями. То есть вот этот момент, чем опасен, чем опасны такие книги? Ребенок, читая такую книгу, он может потом в свою
жизнь привносить те модели поведения, которые он прочитал в книге. Очень часто дети, как бы читая такие книги, там нет такого вот четкого наказания зла, да, вот что называется, что зло наказуемо. Наоборот, в этих книгах иногда проводится красная линия, такая тема, что зло наоборот яркое, зло привлекательное, зло может нести такое, вот это же такой вот я же крутой. Так вот, крутизна не в этом. Вот детям нужно объяснять, что крутизна не в этом. Крутизна не в том, что ты можешь все сделать. Крутизна в том, что ты отвечаешь за последствия того, что ты сделал. Поэтому какие рекомендации? Ну, прежде всего, смотрите, что читают ваши дети. То есть смотрите. И желательно читайте сами, да, то, что читают ваши дети. Родители очень часто говорят, что ну, то у них такая сейчас непонятная, они читают книги, непонятные смотрят фильмы. Посмотрите сами, прочитайте сами, попытайтесь понять, что так привлекает вашего ребенка в этой книге, или в этом фильме, или в этом мультике. Попытайтесь вместе с ребенком, да, поговорить об этом. Объясните свои какие-то, может быть, опасения или наоборот непонимание. Попросите в конце концов ребенка объяснить. Это очень хорошо, но покажет вам, чем же живет ваш ребенок. Да, главное разговаривать, да? Обязательно. С детьми нужно разговаривать. Находите время для своих детей. Вот так, телезрители, разговаривайте. А мы уже не разговариваем, адже час нашого хвилювання підійшов до кінця. З нами була практичний психолог загальноосвітньої школи номер 49, керівник гуртка загальноосвітньої школи номер 48 Марина Дробишева. Друзі, і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.